Это был год в трудных, необходимых. Защита Родины – это врал о мире, о агрессии. И сегодня никому не позволяли и не позволим этого сделать. Военнослужащие России, ополченцы, доблестную службу. Вся наша огромная страна гордится вашей силой духа, стойкостью, отвагой. Желаю всем удачи. Миллионы людей душой и сердцем любви, с вами. Радости, веселья. И за новогодним столом обязательно будут звучать тосты в вашу честь. Они мечтают 53, увидеть 23, восторг в глазах детей, 59 почувствовать, минут. Как трогательно благодарны за наше внимание родители, старшее поколение. Они умеют ценить пока эти заметы счастья. Пока 2020, я тебя очень сильно любила. Ой, 2022. Друзья, сейчас самый подходящий момент, чтобы оставить в прошлом все личные обиды и недоразумения. С новым 2023 годом! Ой! Давай быстрее! Бокал бери! Вау! А вот и сюрпризики. Смотрите, какие снежинки. Ой. Так. Отечество. На балконе. И вторую тоже она взорвалась у меня на балконе. Так, еще маленькая. Вот это вот подарочек. Я начинаю уже открывать. Это подарок от мамы моей. Так вот, тут что у нас? Так. Сам подарок. Будем взрывать? Давайте открывать подарок. Так, спасаемся. Так, мне нужны ножницы. Так, я взяла ножнички. Это не комната подарок. Вот. Бэмс. Это школьный подарок. Тихо, тихо. Гарри Поттер! Вау! Со шрамиком. Ну, просто я поставлю его к своим книгам. Все, теперь вот я даю маме ее подарочек, который мы сегодня с вами делали. На, открывай. Пока мама будет открывать свой подарок, я открою скиндер-сюрприз. Там коробочка, конечно, ну такая, не очень, но нормальная. А, вау. Все, у нас теперь... Это что было? А, так это взорвалась, это хлопушка. Так, мама уже, короче, открыла. Так. Вау. Ой. Вау, мне что-то попадется, видите, мне такой вот. Это Леди Баг, наверное. Че, кто это? Не знаю, что это. Так. Что это за Новый год? И без елочки. Да. Короче, мне как-то не деваться, ну ладно. Ну что ты тут лазишь? Так, взял, короче, мы попозже посмотрим. Послали-то круги. Маловато, понимаешь? Маловато. А, ну, это у нас подарочек для семьи.
такой вот. Давай вместе открывать. Нет, это чай-питье. Вау, вообще супер. Это вот такой вот набор чаев. Тут их 12 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 17. Их по 5 штучек, поэтому тут 60 пакетиков разного чая. Вот так вот. Класс, называется «Лавы». Опс. Так, дальше подарок для мамы от Насти. Это тоже был, кстати, вот этот вот подарочек от меня. Так, на. Распаковывай. Помялась. Такое вот полотенечко с зайчиком. Вот. Тут даже есть такой пихочек. На. Твой подарочек. Так, дальше. Дальше давайте какой. Вот этот вот. А ты что? Ладно, так, давайте тут открывать. Это... А, да, это мой, я угадала. Такая вот. Это... А, нет, я хотела от одного вот зайца брать. Это Ася Лавринович. Я хотела брать... Вот. Вот эту вот книгу, но ее не было. Поэтому я взяла «Поцелуй под Амелой». Такой вот. Дальше подарочек для Лаки. Лаки, ты где? Лаки, что ты там стоишь? Лаки. Лаки, иди на. Иди. Иди, будем открывать. Иди. Зайчик. Смотри, что у нас тут. Твои любимые Лаки. Смотри. Ты смотришь? Лаки. Привет, смотри. Так. Я сейчас дам Лаки одну вкусняшку какую-то тут. На. Резиди. Только не на моей книге. Пожалуйста. Так, и посмотрим, какие нам карты... Да, у меня таких еще не было. Это Джокер, наверное, да? Такие вот карты нам попались. Так, дальше давайте открывать. Вот, я даже уже увидела, что там будет. Давайте вот это подарим. Ой, у меня там не было вина. Это маме. Да. Хотите, я покажу, где мы сидим? Вот в этом, вот. А, тут с этой стороны как-то так. С этой стороны вообще как-то так. Там вообще как-то так. Так, давайте подарочки ложить вот сюда. Блин. Мама там пока открывает. Всякую эту фигню. Сбрасываем сюда. Короче, мама ее порвала. Коробку саму. Давай, я открою. Это от меня подарочек. От Нивея. Вот. Тут шампунь идет. Это, я не знаю, как шампунь. Крем-скраб, манго. И бальзам для губчик. Вот такой вот. А это крем-скраб. Гель для ухода. Ой, гель-уход для душа. Вот. Так, дальше. Давайте... Я думаю, что ж открыть. Давайте открываем один мой подарок. Потому что моих еще нормальненько так подарочков. О. Так. И это мой подарок, да? Да, Настя от мамы. И это такая же косметичка, только видите, у меня такого цвета. Покажи, какая у тебя. Зеленого. Ну, такая разноцветная. Вот, я показывала, что тут попалось. Тут такой киндер, две масочки и крем. И сама вот такая косметичка. Вот, видите, она разноцветная. А у меня вот такая вот. Вот, я покупала вот эту вот для мамы, но взяла себе. А маме купила другую. И внутри у меня вот такой вот красивый крабик. Мягенький. Вау.
Вот, теперь у меня будет твоя косметичка. Но у меня не было. Ну, давайте откроем, я знаю, что. Так, это вот такой вот красивый пакетик. Это для нашего дивана. А... На нем лежит мягкая, вот такая вот подушка. Вау, красиво? Вау. Вот, где она такая мягкая, потрогай. Вот. Вот так. Дальше это очень даже такие, я скажу, тяжеленький подарок. Это для мамы и для папы. Подарю только маме. На. 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 Открывай. Почему? Для мамы. Оба чуть не уронила. Открывай. Ой, руки твои загребли. Думаю, понравится. Ну, рви, прям не жалей. Чего? Как выгибает, а? Ой, какой нос он упакует. С ума сошла. Ой, какая ты твоя девочка. А. Дорогушка, это что? Ты что? Я знаю, это что-то дорогущее. Это вот такое вот постельное белье коричневое. Я хотела брать синее, но взяла такое вот коричневое. Ой. Дальше. Ой, я боюсь, что тут не сильно подарочки. Это вроде бы мне. Да. Для Насти от мамы. Это я покупала себе подарок. От мамы лица. Это ей попался такой коричневый шарфик, а мне нежно-розовый, такого серого, нежного розового оттенка. Вот. Сейчас я возьму маме подарок. Упс. Да, я увидела, там было подписано для мамы, вот. Дарю себе. На, открывай. Тут Локи только лишь сидит, очень мило. Я даже не ходить. Она новогодняя. Да. Да. Понравилось? Да, конечно. Вот. Это такая вот типа ночная. 52 на женщину надо было, да? Да. Вот, 50. Не 52. Так вот, вот такая вот новогодненькая. Как она называется? Ночная рубашка. Ну, можно и по дому просто не ходить, на котёнка. Платье. Платье, вот. Это последний подарок для семьи. Давай, Лаки, отойди. На, тяни. Ну, блин, ну я тоже хочу. Ну, давай, открывай, мы сами. А, да? Салюты! Вот, ребят, там вот этот салют, и вот видите, вау, красиво. Я, конечно, нифига не вижу, но красиво. Я сейчас хочу хлопушку взорвать. Так, а я открываю. Опа. Блин, не открывай. Представляете, ребят? Она, наверное, бракованная чешу. Короче, не хлоп. Да не хочу я другую брать. Последний подарок, но у нас еще... А, я еще эту не открыла коробочку. У нас еще много подарков, но они остались для моего брата и для моего папы. Так, открываем дальше эту коробочку. Я даже не помню, что это. А, это мафия и супер твист. Две игры в одном. Ценничек не стерся. Вот такая вот игра. Будем играть. Вот. И дальше. Давайте открывать. Это последний подарок. И добыл что ее. Это? Но это был уже не слой. Я хотела эту лампу. Подарить на Новый год, то есть родителям, не знаю. Она мне очень понравилась и... Офигеть! Я в шоке. Я не знаю, как ее собирать. Господи, это не может заткнуться, Лаки.
Я в шоке. Я и думала, почему мне ее нельзя покупать. Ой. Не держится? Все одевается. Зелененькая, которую я видела. А еще тоже не держится. Еще так тоже не держится. Так, нам нужна розетка. Ксей, даже не могла подумать, что она у меня будет. Ребят, у меня не понимаю. Во-первых, вот это вот не держится, я даже такого не думала. Вот это вот не держится. И как... Как вот это вот работает, я не понимаю. Лаки фу. Как это работает? Фигня какая-то. Она не работает. Нет. А, ну как нагреется, начнет работать. Вот, дальше. Тут есть какая-то штучка. А, типа... Сейчас. Где-то так, давай все сделаем. Вообще, самый лучший Новый год. У меня сейчас лопнет сердце, я буду сейчас кричать на Лаки. Иди, иди, буду давать тебе покупки. Минут пять должны подождать, и будет моя лампа работать. Она, интересно, нагревается от этого стекла. Ждем. Короче, так сижу, не знаю, сколько уже времени. И ничего. А, упала. А ты будешь открывать киндер? Ты меня так почти никуда не усилил. Не делай было искренне. Так, давайте открывать. Лава-лампа так и не работает. Короче, я думаю, здесь будет оранжевая штучка. Вот это давайте посмотрим. Так, давайте сначала откроем. Коля, помоги мне. Обожаю киндеры. Не знаю почему. Так. Да, я угадала, это оранжевая эта штучка. Вау, у меня какая-то фигня попалась. Слушай, девочка, мало ли, что где написано. Так. 15% у меня осталось. А вот, мне, короче, попалась Леди Баг какая-то, не такая. Вот это мне, короче, попалась. А, у меня какая-то редкая попалась в том киндере. Вот это вот. А это вроде бы как это... Подруга бесячая. Дочка мэра. Я не помню, как ее там зовут. Опа. Водогола. Куколка с красивой косичкой. И у нас тут идет война, и говорят, что нельзя салюты. Блин. Круто. Бам-бам-бам. С Новым годом. С Новым годом, люди. Посмотрите, как красиво. Вау, какая красота. И все, наверное. Это очень круто. Оно, во-первых, очень долго было. Там вот было. Потом там. Короче, очень круто. И Лаки тут гавкает такая.
что же было у меня в носочке? У меня был вот такой вот сникерс. Чудо. Так, обыкновенное чудо. Мой любимый пикник. Такой вот. Потом, ого, Марс, Макс. Вот это тоже мои любимые конфетки, такие вот, я не знаю, как они называются. Джидмикс, не знаю, как это правильно читается. Потом еще такой Марс, Макс. Такой вот Орео какой-то, круглое. Вот такая огромадная шоколадка Милка. Ой. Потом вот такая вот Милка, маленькая. Вот такая вот зебра. И еще сейчас покажу, что же там было. Просто все вот тут еще такие штуки вылетали. Вообще, вау, круто, как красиво. Тут еще такие снежинки. Так, что нам? Так, нам надо было... А, вот, как вот он называется. Так, тут у нас что купили? Ой. Нест. Чек, он... Я не знаю, как он правильно читается. Потом еще тут много очень вкусняшек. А, еще какая-то большая конфета. Вот такая какая-то. Вот. Ну, короче, как-то так. Давайте тут сидим. Ну, короче, это мой самый лучший Новый год, но... лавла... Как? Так, она тут подписана, то, что глиттерная лампа, вот, она не работает. А, то есть, мы ее включили, она не работала. Надо было подождать, пока она нагреется. Она грелась, она уже нагрелась и не заработала. Но вот это вот меня просто поразило. У меня теперь есть такая сумочка, как у взрослой. У меня есть от этой фирмы, то есть с этой буковкой S, только обычная сумочка. Это, знаете, как в портфеле сумочка. То есть ее можно носить вот так вот. Вот. Можно носить вот так вот. Вот. Можно, то есть там, вот так вот как-то он будет. Так. Короче, как-то так. Вообще, оно еще и кожаное. И тут еще много всяких там, вот смотрите, брелочков таких вот. Ну, вообще, вау. Я с ней поеду в Луганск. На каток. Вот. Круто. Вот, еще вот моя косметичка. Такая вот. Вот мой крабик. Потом вот мой Гарри Поттер. Он стоит вот там. Так. Вот она глиттерная лампа. Тут лаки, вот. Давайте покушаем. Потом еще такая вот книга, я уже даже одну страницу только, конечно, прочитала. Ну вот, потом чаек. Наши с маминой шарфики. Ночная. Лежанка. Две игры. Еще вот подарки там есть, вообще это ужас какой-то там творится. Вот он подарок, вроде бы там есть. Нет, там нету. Полотенечко. Ну, короче, много чего. Всем доброе утро. Я пью чаёк. Знаете, наконец-то. Каждое утро 1 января и 2, и 3 я буду делать бутербродики. Вот. Целый год, что-то, представляете, целый год. Поэтому... Короче, сейчас я покажу все подарочки, которые я подарила, которые подарили мне. Не все, потому что вот еще лежат там не распакованные подарочки, потому что не распаковывал еще там чуть-чуть мой брат, и папа вообще ничего не распаковывал. Дальше нам еще что подарили нам. Что подарили мне, что подарили нам. Вот эту шапочку мне подарили. Ну, короче, пойдемте, я вам покажу. Тут греется, уже нагревается. Вот эта лава-лампа. Она вообще не работала, но сегодня, видите, она как-то поднялась еще. Короче, как-то так. Давайте начинать с этого. Вот. Это у нас подушечка. Я подарила своему дивану. Мягкая, вообще клевая. Это лежанка. Подарила я своей собачке. Такая. Вот это вот я подарила своей семье. Это много, тут 60 пакетиков чая разного. Вот.
Потом я себе сделала подарочек, вот такой поцелуй под Эдмилой. Как, господи, Ася Лавринович. Так. Такие вот маме носочки подарила. Я все яды. Потом такое вот постельное белье, очень красивое. Это я подарила своим родителям. Вот эту вот лампу. Вот. А, глиттерная лампа мне подарил мой брат. Вот. Дальше это подарила мне моя мама. Тут в этой косметичке лежал крабик. Я, тут мои как вещи, косметика, которую я чаще всего пользуюсь. Вот, и тут такая вот лежала, лежал точнее крабик. Дальше. Такой вот Гарри Поттер, обожаю его. Вот. 12 сдачи. Потом было два киндера, мне попалась вот такая вот, как Леди Баг. Только к ней не крепится крылья. И вот такая вот маме попалась. Я не помню, как ее зовут. Я, конечно, смотрела этот мультик, но не помню уже. Дальше мне в носочке, у меня в носочке вот было столько вот много конфеточек. Сейчас, фокусируйся. Вот. Это зебра, Макс, Марс, точнее. Потом вот это какая-то конфетка такая вот. Милка маленькая, Милка большая, Орео какое-то новое. Марс, Сникерс, Пикник, обожаю его, и Чудо. Потом я подарила своей собачке вот такие вот вкусняшки. Ой, такие вот вкусняшки, там с картами. Дальше это моему брату подарила мама. Тут носочки с кремом. Опа. Почему не фокусируется? Почему? Вот. Крем и носочки сами. Я извиняюсь за звуки, это просто у нас идет как телевизор. Так вот, дальше. Такая вот кружечка я подарила своему брату. Вот это портмоне подарила моя мама моему брату. Такие носочки я подарила своему брату. Merry Christmas. Потом вот этот подарок, я не знаю, кто подарил. Маме, по-моему, подарили кто-то. Такая вот досочка. И шоколадка. Вот такая вот. Кстати, вот эти шоколадки, у нас очень их много вот из этой фирмы, потому что, короче, я потом попозже покажу, что. И какие еще у нас есть шоколадки это этой фирмы. Вот такой подарочек. Опс. Короче, решила я поставить вас вот так вот. Однако, вот этот подарок мне подарила моя подруга. А дальше подарила моя бабушка, маме. Вот такое полотенечко, очень красивое. И еще с такой вот какой-то как господи, вот это с веревочками. Так, оно упаковано красиво. Вот. Вот такую вот шоколадку подарила мне бабушка. Ну, не только это, конечно. А потом мама купила вот такой чайник на Новый год. Как? Не на Новый год, она просто покупала подарки и купила вот этот вот чайник. Новенький нам. Вот этот подарочек мне подарили с ванной работы, именно мне. Дальше подарила я вот такую вот маме. Кружечку красивую, ей очень понравилось. Она говорит, очень прям понравилось. Вот. Мне подарили вот такую вот сумку-портфель. Она мне очень нравится. Она мне нравится из-за того, что она кожаная. И она сумка. Вот так вот это смотрит. Она очень такая, знаете, большая. Вот так посмотрите, знаете, не очень большая. А если ее открыть, то вообще тут можно наложить всего по многу. Даже в школу с ним можно ходить, мне кажется. На учебнике даже поместится. Он такой маленький. Да, ну идите. Этот. Садитесь. Дальше. Идите, говно. Это... Вот так. Идите. У нас есть от этой фирмы. Точно такое же, только зеленое. Нам тоже подарили. И вот это тоже нам подарили. Маме, точнее. Такое беленькое, мягкое. Плед. Потом, вон, короче, там мамина коробочка желтенькая лежит, и в ней была от Ниве. Такой вот гель для душа, вот гель для душа, гель уход для душа, крем, скраб, манго. Вот, и вот такая вот помадка. Манго тоже. Почему?
Так, дальше нам попалась такая вот игра. Ну, не попалась, я подарила. Вот это вот я подарила. Вот это я подарила своей семье. Это две игры в одном. Как, то есть, там есть вот эта игра и есть вот эта вот игра. Мы вчера даже не уже поздно было, короче, мы даже попробовали чуть-чуть сыграть. А вот такая вот Уна игра, в нее я просто посмотрела, что-то открыла, я посмотрела 112 карт. Ну, короче, в нее еще не играли. Дальше, потом вот такой вот шарфик, мне подарила мама. А вот такое вот полотенечко я подарила маме, такой зайчик красивенький, беженький. Хотела брать розовый, но не взяла, потому что не было. Потом вот такое вот я подарила маме. Это как ночная, и как сказать правильно, платьишко домашнее. Потом это последнее вроде бы. Уезжайте. Ну, да. Вот этих вот подарков. Здесь уже ничего не поправишь. А, тоже будет только хуже, если вы добьетесь своего. Такой вот красивенький. Кому будет хуже? Шар. Вам. Вот. И мне. Круто, вообще, мне очень нравятся эти все подарочки. У меня подарка всего лишь та, которые я не знала, которые мне подарят. Это вот это и лавлала. Ну, глиттерная лампа, давайте так будем. Мои подарки, да? Это по-моему, раз, два, три, четыре конфеты. Сейчас. Кира Анатольевна занята. Пять. Меня вызывают. Это вас Аполлон Митрофанович. Семь подарков у меня, у моей мамы. Раз, два, три, не знаю, что приказано, четыре, то приказано. Пять, шесть, семь, восемь. Короче, если вы передумали. Ну, вот где-то семь, вообще семь, а для семьи у нас да, раз, два, три. Я сразу не знала. Да, для моего брата я не знаю, сколько подарков. Потому что вот раз, два, три, четыре, и там еще подъем подальше. Короче, сегодня пойду с этой штучкой гулять. В море? Вот так.